Глава Чувашии находится с рабочим визитом в Москве. В программе ряд деловых переговоров. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли России. Подробности у Дмитрия Ковалева. Развитие промышленности в республике и реализация инвестиционных проектов – это ключевые темы рабочей встречи исполняющего обязанности федерального министра и главы Чувашии. Денис Мантуров и Михаил Игнатьев обсудили ряд важнейших вопросов. Предлагаю послушать комментарии главы региона. На самом деле мы сейчас обсудили все эти итоги нашей совместной деятельности. Наши предприятия, организации, вот предприятие «Сельспром» поднимал вопрос по снятию утилизационного сбора. На самом деле они нам помогли, оказали содействие. Сегодня нормативная правовая база изменена в пользу производителя Российской Федерации. Это не только для Чувашской Республики. Во-вторых, касаясь организации электротехнического кластера, касаясь экспорта и импорта, мы на самом деле по итогам прошлого года сделали в целом внешнеторговый оборот на 495 миллионов долларов. Я это говорил, еще раз отмечаю, но федеральный министр доложил. А по экспорту на 18%, по импорту более чем 40%. А эти кадры были сняты в январе прошлого года. Тогда федеральный министр посетил Чувашию с рабочим визитом, провел заседание Координационного совета по развитию промышленности и познакомился с разработками предприятий республики. Сейчас Денису Мантурову представили новые проекты. Это говорит о том, что мы выбрали правильное направление нашей деятельности с нашими предпринимателями, бизнес-обществом. Федеральное министерство проводит правильную, справедливую таможенно-тарифную политику, может быть, в отдельных случаях не успевает. И наши предложения здесь, в федеральном министерстве, всегда учитывались и учитываются, и будут учитываться. Это очень важно. И с учетом поставленных задач президентом Российской Федерации в указе, который он подписал буквально 7 мая после инаугурации, мы должны увеличить производительность труда. Об этом мы говорили. У нас низкая производительность труда, мы признавали. Мы должны, модернизируя производство, используя федеральный фонд развития промышленности, используя региональный фонд развития промышленности, увеличить производительность труда. Глава республики также пригласил Дениса Мантурова на открытие новых производственных площадок. Уже этим летом их ведут в строй на заводах «Сеспель» и «Чувашторгтехника». Для экономики республики это точки роста. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика, из Москвы.